Эта улица получила свое название в честь героини гражданской войны Домны Каликовой. Впрочем, это уже не первое ее название. Изначально она называлась Юго-Загородная, затем Крестьянская и 20-й мед. Так уж повелось, что вместе с историей страны менялись и названия улиц. Сегодня мы решили узнать прошлое некоторых улиц нашей столицы. В 1783 году в Петербурге был разработан первый генеральный план застройки Усть-Сысольска, согласно которому город делился на 26 кварталов и состоял из 12 улиц, 7 из которых прямыми лучами расходились от реки Сысолы, 5 других пересекали их и шли параллельно реке. Эти 12 улиц и вот составили первую сеть улиц нашего города. И, кстати говоря, эта планировка, по которой город застраивался, ну, по сути дела, до 20 века, до начала 20 века, она и сохранилась. Если сейчас подняться на самолете над Сыктывкаром, вы четко увидите старую часть города. По первому генеральному плану только две улицы из 12 имели наименование. Набережная, нынешняя Кирова, и Сухановская, получившая название в честь известных усть-сысольских купцов. Сейчас это улица Бабушкина. Позже появились и другие наименования. Покровская, Трехсветительская, Никольская, Спасская, Георгиевская, Юго-Западная и другие. Центральной улицей была вовсе не Трехсветительская, коммунистическая, как вот сегодня, а, в общем-то, набережная. Вторая улица Спасская, нынешняя Советская. Вот, пожалуй, центральные улицы Усть-Сысольска того времени. В принципе, можно все их разделить на две группы, неравные. Большинство – это церковные названия. А второе – географические – северо-западная, юго-западная. Вот. И вот одна, только одна улица была, можно сказать, именная. Это Сухановская, и носила светское название. Но сегодня у нас ни одна из старых улиц не носит свое первоначальное название, можно сказать, родительское название, что, по-моему, плохо, потому что не надо улицы переименовывать. После 1918 года почти все улицы Усть-Сысольска были переименованы. Ставились под табу религиозные и купеческие названия. Так газета «Зырянская жизнь» 14 ноября 2018 года сообщила, что улица Троицкая стала Ленина, Трехсветительская – коммунистическая, Георгиевская – интернациональной, Никольская – трудовой, а Юго-Загородная – крестьянской. Впрочем, далеко не все названия дожили до наших дней. Уже в 1935 году, в честь 20-летия Международного юношеского дня, установленного Бернской конференцией в 1915 году, Крестьянская стала улицей 20-летия мед. Мюд означает международное юношеское движение. Это не случайно, это исторический факт, поскольку в 20-е годы начинают по всей стране создаваться первые пионерские отряды, комсомольское движение. И вот это название, естественно, отражение событий, происходивших во всей стране и в том числе в нашем городе. Впрочем, и это название ненадолго задержалось в городе. Уже в 1957 году улица 20-летия Мюд переименована в улицу Домны Каликовой. Но в память о тех событиях остался небольшой проезд, на домах которого до сих пор можно увидеть эту загадочную аббревиатуру. Кстати, не все жители знают, что она означает. Ну, что-то помню такое, но какой-то съезд был юных или дзержинцев, или что-то такое. Ну, наверное, в пионерские годы. Советская, коммунистическая, Ленина, Орджоникидзе. О советском прошлом страны напоминают большинство улиц нашего города. В микрорайоне Лесозавод, например, есть улица, получившая название в честь героев соцтруда. Наверное, нужно вернуться к истории, когда в 1926 году в строй действующих вошло первое предприятие деревообрабатывающей промышленности «Лесозавод», то вокруг этого предприятия начал строиться и поселок рабочих, где расселялись рабочие этого предприятия. И вот в 1935 году, когда интенсивно стало развиваться в нашей стране стахановское движение, то на первом предприятии деревообработки появились свои стахановцы, Юркин, Изюров и другие, которые перевыполняли плановые показатели в 2-5 раз и выше. И в честь этих первых стахановцев завода и была названа улица Стахановская.
а совсем не в честь Стаханова, который прославился на всю страну. Некоторые новые названия улиц связывались с мемориальными событиями. Так, в 1935 году Сыктывкарский горсовет принимает решение для увековечения имени товарища Сергея Кирова переименовать улицу Набережную в Кирова. В 37-м, в год столетия со смерти Пушкина, улица Пролетарская стала называться Пушкина. Улица Трудовая получила имя Куратова в честь столетия со дня рождения коми-поэта. Ряд улиц города получили имена летчиков-героев, партийных деятелей, советских писателей. Так, в 70-е годы в Сыктывкаре появилась улица Катаева. Но названа она была не в честь знаменитого писателя Валентина Катаева, а Евгения Катаева, председателя Президиума Верховного Совета Коми-СССР. Формально он был первым лицом республики. Фактически первым лицом республики, конечно, был партийный лидер, первый секретарь обкома партии. Вот Евгений Федорович Катаев, кстати говоря, находился на этом посту дольше других. 9 лет – это самый большой срок. Но вообще о нем хорошо отзывается, что был достойный, такой сильный руководитель. Вот еще, наверное, повлияло то, что его улица была названа его именем, то, что это единственный вот, руководитель коми, который, можно сказать, скончался на своем посту. Путаницу у некоторых жителей вызывает и улица Морозова, бывшая привокзальная, переименованная в честь партийного и общественного деятеля Ивана Павловича Морозова. На табличках с названием этой улицы инициалов-то нет, она просто улица Морозова называется. И у приезжих она ассоциируется с другим Морозовым. Я просто невольно был свидетелем создания анекдота на эту тему, когда два моих знакомых, московские архитекторы, приехавшие сюда, на вокзале обнаружили, что они на улице Морозова находятся, и задали вопрос, почему у вас в Сыктывкаре улица Павлика Морозова. Это не Павлика Морозова улица, это улица Ивана Павловича Морозова. Тогда последовал совершенно уникальный вопрос. Да ладно, что у Павлика Морозова сын был. Вот. Но действительно у сыктывкарцев название этой улицы, наверное, вопросов не вызывает, потому что Иван Павлович Морозов – человек известный, оставивший свой очень заметный след в истории нашей республики. Есть улицы центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными, с гирляндами огней. Одна из центральных и самая длинная улица Сыктывкара, соединяющая поселок Нижний Чови и Сысоцкое шоссе, Октябрьский проспект. И протянулся он почти на 10 километров. А возник этот проспект лишь в 1967 году при слиянии двух улиц Мичурина и Гагарина. Где у нас Мичуринский парк? Ниже парка, туда вниз, это была улица Мичурина. А чуть выше, уже вот где сейчас кольцо, это была улица Гагарина. И вот они были соединены в единый Октябрьский проспект. И направо от них отходила улица Транспортная, которую в 1967 году переименовали в улицу имени Георгия Димитрова. Потому что тогда был заключен договор между Россией и Болгарией, и в 1968 году к нам приехали первые болгарские лесозаготовители. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Улицы Виноградной и Абрикосовой у нас, конечно, нет. Зато есть у нас своя экзотика – северная и зимняя. Улицы с таким названием есть в микрорайонах Орбита и Лесозавод. А вот в местечке Чит недавно появились улицы Снежная и Выльвойвов. Название последней дословно с коми языка переводится как «Новый Север». Сейчас в Сыктывкаре и в его окрестностях насчитывает около 200 улиц. Появление абсолютно нейтральных и аполитичных названий может быть связано с тем, что мы покончили с максимализмом, либо просто пока не определились с идеологическими ценностями. Но город растет, и кто знает, что его улицы отразят в будущем.